помыла только что полы, так свежо стало дома. Ты молодец, конечно, ты пьешь сок. Да, из этого я писю. Да, садись. На. Сейчас включим, да, на. Пей. В две ручки бери. Давай ей дадим чуть-чуть. Мам, держи меня. Мам, всё. Да она тебе ставит. Мама! Ну, она не тебе, мама. Ой, еще и пролила. На, держи. Все выпил, молодец. Еще в магазин идти за апельсинами? Да. Так быстро выздоровеешь. Вовка не очень хорошо себя чувствует, но на солнышко вышел погреться. И Марта тоже с дедом. Это полезно. Да, солнышко для жизни очень-очень важно. Пришла только что с улицы, с Мартой гуляла. Солнышки были с Вовкой, как обычно. Женщина, которая приходила ко мне куда-то, пропала, я не могу до нее дозвониться. Это очень странно. Но я сейчас не буду никого искать новых, буду сама убираться, потому что живота уже нет. Руки на месте, придется самой справляться с уборкой. С детьми хотя бы родители помогают, мама готовит торт на 8 марта. По поводу Мартиного дня рождения. По поводу дня рождения Марты, наверное, в сегодняшние времена это было немного расточительно отмечать день рождения таким размахом. Ну, для нас это вот прям такой шикарный праздник. Я считаю, что нужно порой устраивать такие мероприятия, собирать семью, родственников. Тем более, что мы с мужем решили, что у нас таких грандиозных праздников в ближайшее время не намечается, кроме как свадьба там. Дни рождения детские мы отмечаем сейчас поскромнее, нежели раньше. Просто собираем детей. Это оказалось очень комфортно и для детей, и для нас. Свои дни рождения мы в последнее время в кругу семьи скромненько отмечаем. Мы решили, раз уж больше отмечать ничего не будем, то вот такой грандиозный праздник устроим, и он у нас удался. Напились, натанцевались, всем было очень весело, и взрослым, и детям. Так и хотелось его отметить. В последнее время мы совсем мало стали собираться с родственниками, так, чтобы, знаете, вот прям все вместе, сплоченно. Ну, как бы зовешь всех, но не все приходят, и понимаешь, что многим это вообще не нужно уже. Никто не хочет там веселий, подарков. Хотя я всегда говорю, что мне подарки не нужны. Мне нужны люди, хорошее настроение, чтобы, знаете, от души пришли. Сейчас одно желание, чтобы жизнь наладилась, чтобы было какое-то спокойствие, безопасность в стране, внутри. Я перестала вовлекаться в сегодняшнюю ситуацию, то, что происходит по телевизору, в интернете. Я закрыла сторис многих людей, которые, ну, чересчур прям агрессивные, которые много выкладывают там негативной информации. Может быть, она где-то и правда, но что я могу изменить? Жить в мире, в согласии, как-то менять свое окружение, свои собственные мысли. Я хочу больше посвящать время семье, самой себе, опять начать читать
книги на отвлеченные темы, как я это делала раньше. Вот эта вот воронка, которая завлекает волей-неволей, как бы ты ни отмахивался, но все равно она затягивает. Но максимально перед сном не смотрю в телефон. Я отдала себе обещание, потому что вот насмотришься, а потом не можешь уснуть. То есть если я раньше в 10:30 уже засыпала, а сейчас раньше часа ночи я не засыпаю. Меня это волнует. Потом утром не могу проснуться. И утром, конечно же, не стоит заглядывать в телефон. А если вы делаете это, то нужно представить, что телефон накрывает такой белой защитной пеленой, которая и про себя проговариваете, что ничто не сможет изменить мое настроение, мою внутреннюю безопасность. И просим своих предков, своих ангелов-хранителей защитить от этого безумия, которое происходит сегодня, от бесконечного потока разной информации. Вот сейчас, в данный момент, все хорошо, на улице тихо, родные и близкие рядом, и на том спасибо. Ничего уже не планируем. Жизнь показывает, что планы – это самое великое заблуждение и иллюзия, на которую мы очень много тратим времени и энергии. А еще мы очень много тратим энергии на бесконечный поток разной информации. Все, закрываемся, живем в своем каком-то коконе, в своем мыльном, может быть, пузыре. Но главное, что нам комфортно. Нужно дарить самое ценное, что у нас есть, это время самим себе, своим близким, а не пытаться понять, изменить то, что не в наших силах. На день рождения мы потратили 300 тысяч тенге. Кто захочет, сможет перевести в рубль. Сейчас буквально через 5 дней цены изменились на все буквально. И в нашей стране тоже. То есть все, что происходит в России, напрямую отражается на нашей стране. Частично компенсировали, конечно, тем, что подарили нам гости. Большое спасибо вам за ваши подарки, за ваше присутствие. К нам на день рождения всегда приходят самые искренние, открытые и душевные люди, за что я вам очень благодарна, что вы есть в нашей жизни. Мы сейчас с Вовой договорились полежать. Вот он выбирает книжку, какую почитаем. Ну-ка. Ну, давай. Чего? Закрывай. Огниво. А, огниво. Закрывай шкафчик с ноль. Ложись. Ничего себе. Из последних сил. Ой, ты мой хорошенький. Это было круто. Ой, ничего, она долгая, оказывается. Я думаю, это стихи. Нет. Солдат по дороге. Это большая сказочка. Раз-два. Ранит за спиной, сабля на боку. Какая у тебя славная сабля. Ну, у тебя уже получается, ты молодец. Можно не по... туда. Ну, а пока вот это вот. А ты пока еще. Еще хочешь? Да. Ты пока еще, Олег. Вот. Бабуля приготовила картошечку. Ай! Это вот мне без майонеза и без сыра. Тут вот с майонезом, вот тут с кому-то с сыром. А! Короче, будет вкусно. Нанизывать, а потом скидывать. Вот смотри, попало. Есть, она не хочет. Да, попала. Она вот только тук-тук скидывает. Ах ты хулиганка. Эй, на. На. А? Нет, а есть она... не хочет. Она уже хочет бай, по-моему. Ничего не хочет. Она вот что-то хочет, но ничего не хочет. Сиську я давала. Только что. Спать.